скорее даже еще и крупнее. Угу. Чашечка Петри, в которую мы зачерпываем немного воды и ставим ее туда. А дальше Марина переходит на крупные планы, стараясь снимать. Я стараюсь показать. Вот у нас лежит икра. И мне как бы так сделать. Как бы так сделать? Сейчас давай я прямо внутрь. Занесу. Так видно? Да. Хорошо. Мы делаем с икрой вот так. Ням-ням. На бутербродик? На бутербродик. Смотрите, какая классная. Ай. Тебе не видно. Мне не видно. Я вообще не вижу, что я там делаю. Но сейчас я попробую, да, ее поддеть. Она еще приставшая там везде к коре. Ее нужно очень осторожно, очень аккуратно, стараясь никого не повредить, потому что я это делаю на ощупь. Ветеринары, которые проходили акушерство и гинекологию, они, конечно, привыкли на ощупь, но там пальцами, а здесь железячкой. А здесь я не очень. О, есть. И кладем ее сюда. Раз, она, видите, не вся живая. Есть там мертвые икринки, но я надеюсь, что это не будет мешать. Ну, не надеюсь, я знаю, что это не будет мешать. Вот так вот, надежда. В данном случае плохое чувство. Что это? Это у нас икра блеогастеров, наших лягушек Пиноккио. Это наши любимые носатые лягушки вьетнамские, которые уже родились у нас. Фата, я хочу сказать спасибо за самца. Вот, но вот эти вот, те, чью икру я собираю сейчас, это уже наши дети, они родились у нас, причем начали размножаться в таком возрасте, что я даже не смел их подозревать в половозрелости, поскольку им всего лишь в первом размножении было, я не знаю, месяцев по 6. Я считал, что они не половозрелые, даже по размеру. Размер у них совсем крошечный. Ну вот смотрите. 3 раза меньше родителей. Да, вот смотрите. Вот у нас замечательная такая получилась вкладочка в баночке. Сверчка мы, чтобы он никого здесь не смущал и не мешал, мы уберем. Кладка, обратите внимание, лежала на мокром поролоне. А сейчас мы сделаем с ней вот так. Мы почти до краев. Ой-ой-ой, вот это самец? Да, вот это самец там? Крошечный самчишка. Мы до краев наполним баночку водой. Насколько я понимаю, очень странная икра, очень странные лягушки, странно размножающиеся. Там какие-то нематоды, извини, пожалуйста. Там? Да. Но это естественно, потому что в живой воде всегда есть много жизни, и всякие водные нематоды, их всегда присутствуют. Это не значит, что это паразиты. Нет, это не паразиты. Значит, странные лягушки тем, что откладывается икра, и эта икра... Мы сначала даже не поняли, как все это происходит. Очень долго лежит, месяц она у нас лежала в первой кладке, и все не вылуплялись и не вылуплялись детишки, пока мы не вскрыли эти икринки. Хорошо Марина сообразила, начала вскрывать. А икринки становились твердыми, как горошины уже, просто твердыми. И вот она лежала у нас на поверхности без толку, пока мы сами не вскрыли. И, я сниму ребят, которым я делала хирургическое вмешательство. На стадии икринки еще. Вот. И только вот сейчас, собственно, до меня дошло, что, похоже, они в начале дождливого сезона откладывают на краю водоемов, и постепенно вода поднимается и заливает кладку. И вот тогда происходит вылупление, и они попадают в водоем. Вот. Поэтому для того, чтобы они вылупились, их необходимо залить водой. Представляете, какая глупость. Инкубировались снаружи. А выходят водички. Вот они все забеспокоились.
Но мы уже нескольких пару-тройку дней назад так вот вылупили, и они за пару-тройку дней стали уже какого-то неимоверного размера. Вон там плавает один. Это ему 3 дня, а он уже больше сантиметра. Вот, вот так. Процесс пошел, завтра будем смотреть, что там делается. А, там еще куча икры у нас, но я думаю, что мы ее поместим прямо в водоем. Вот, так что есть некоторые хитрые лягушки, которые даже в случае размножения задают загадки, которые ты не всегда сразу можешь решить, если не знаешь тонкости биологии этого вида. И надо думать, почему же не получается, почему? Вот так. Прошло всего лишь 15 минут. Смотрите, что происходит. Вот так вот. Ну, они как стремятся вырваться. Ой, красавец. Оп, поплыл. Видали? Прямо на глазах идет вылупление. Опа. Ну, такие красавцы. Оп. Хвостик вывалился. Уже много плавает. Красота. Это очень интересный вид, очень красивый, оригинальный, сумасшедший. Я говорю, лягушка Пиноккио. Просто, просто чудо. Мне вон они выходят. И как. Евгений обещает вам, что он снимет, как их содержать, правда? Вот мы снимаем, как их содержать. Мы снимаем, как они вылупляются, между прочим. Вот так, прямо. По ходу вылупления вы все видите. Червячки – это нормально, это неплохо, это не паразиты. Да. Вот так вот идет процесс вылупления кирексалюсов. Блиогастер. А вот так это выглядит утром. Смотрите, все вылупились. Блестящие. Ай, какие хорошие.